Дошел ли вирус гриппа до вашей квартиры? Что вы знаете о том, как не заразиться острыми респираторными вирусными инфекциями? Помогает ли чеснок, лимон и клюква? А самое главное, объявлена ли в Ленинском районе эпидемия? Об этом и многом другом поговорим прямо сейчас на телеканале «Видное ТВ». Прямой эфир. Меня зовут Татьяна Кременецкая. В студии гость, заместитель заведующего отделом территориального управления номер 12 Министерства здравоохранения Московской области Василий Владимирович Лога. В ближайшие 45 минут мы будем разговаривать о вирусе гриппа, ОРВИ, как защититься от него. А вы можете звонить к нам в эфир и задавать свои вопросы. Напомню, телефоны 8-495-541-2540 и 8-495-541-2525. Все телефоны вы видите на экране. Василий Владимирович, более 1000 обратившихся в больницы по гриппу за прошедшую неделю, сотни вызовов на дом врачей. Давайте перед беседой мы посмотрим небольшой сюжет, чтобы посмотреть, как обстоит в районе сегодня ситуация. И потом поговорим о ОРВИ, о вирусе гриппа. Поликлиники города констатируют резкое увеличение вызовов специалистов на дом. Так, в понедельник детские врачи посетили 245 больных. Терапевты взрослой поликлиники – 211. В Видном и в Ленинском районе официально объявлено о так называемых карантинных мероприятиях. Пока диагностируют только ОРВИ. Вирус гриппа можно регистрировать лишь в случае подтверждения исследований в вирусологической лаборатории. Специальные анализы берут в стационаре. Лаборатория находится в Подольске. За прошлую неделю с опасными симптомами в больницу обратились 1142 человека. И это не самое страшное. Самое тяжелое, что могло произойти, у нас 3 смертельных случая. Один случай до Нового года, значит, и 2 случая на первой неделе. Один случай уже в 2016 году и 21 числа января месяца. Значит, это все люди не привитые от гриппа, которые в поликлинику при начале заболевания не обращались, поступили поздним обращением по скорой медицинской помощи. Двое из умерших не были зарегистрированы в Ленинском районе, а только проживали на территории. Один мужчина – житель поселения Володарского. Власти призывают ограничить посещение и проведение массовых мероприятий, обращать особое внимание на состояние здоровья детей, так как основная масса заболевших – дошкольники и учащиеся. Школы и сады пока не закрывают, но не исключена возможность и такого развития событий. В поликлиниках ограничено посещение, в стационарах выделены дополнительные места. Все лечебные учреждения противовирусными препаратами обеспечены полностью. Ситуация в целом в Московской области близка уже эпидемия. В понедельник постановлением главного государственного санитарного врача на территории Московской области уже введены ограничительные мероприятия. Поставлена задача отслеживать и мониторировать ситуацию по заболеваемости как гриппом, так и острыми респираторными инфекциями на каждой территории муниципального образования. Специалисты настаивают, что паниковать пока не следует, ведь в 99% заболевание лечится и без последствий. Но помнить о тяжелых осложнениях все ж стоит. Мыть руки, как можно чаще орошать нос водой. Нынешний вирус характерен признаками и опасностью заболеть пневмонией. Самолечение при заболевании противопоказано. С 1 февраля в школах города учащимся начальных классов рекомендовано уйти на каникулы. Это пока не карантин, а лишь внеплановые выходные. И, повторюсь, носят рекомендательный характер. Татьяна Кременецкая, Елена Кошелева, Видное ТВ. Ну, вот, Василий Владимирович, скажите, пожалуйста, такое положение дел – это эпидемия или это просто сезонное обострение заболевания? Во-первых, сразу хочу сказать, успокоить жителей района, жителей города, это не эпидемия. Мы каждый год наблюдаем во второй половине января, после окончания каникул школьных, после наших длинных выходных, 10-дневных, рост заболеваемости. Вопрос в другом, что за счет чего этот рост заболеваемости? Пока на сегодняшний день, да, у нас есть некоторое превышение порога заболеваемости, но это суммарное. По возрастным группам превышения нигде нет. Аналогичная картина в области. Вроде бы по отдельным районам есть повышение, по возрастным категориям пока повышения нигде нет. Почему и не объявляется карантин?
То есть если в Москве, в Санкт-Петербурге превышение порога по всем категориям, значительное превышение, у нас только лишь мы ограничиваем ряд мероприятий. Мы проводим ограничительные мероприятия. Ну, такая все-таки напряженная достаточно ситуация. Какие ограничительные мероприятия, какие меры принимаются на уровне района, может быть, на уровне области? Как себя ведут все структуры, которые должны защитить как-то население от гриппа? Ну, во-первых, я хочу сказать, что население, то, что зависело от наших структур, активная защита от гриппа проводилась в сентябре-октябре в виде вакцинации. Все, что делается сейчас, это, скажем так, исправление той ситуации, которая возникла, и предупреждение, ну, скажем так, осложнений этой ситуации. В первую очередь, это ограничение на проведение массовых мероприятий. То есть какие-то... Вы прямо рекомендуете, или вы, вернее, только рекомендуете, или прямо что-то закрываете какие-то, отменяете? Что происходит? Нет, или просто рекомендательный характер? Любые запретительные мероприятия – это карантинные мероприятия. Карантин накладывается в соответствии с распоряжением главного государственного санитарного врача Московской области. На сегодняшний день этого распоряжения нет. Есть рекомендации по ограничению. По ограничению на проведение утренников, почему говорят о дополнительных каникулах, о внеплановых, с тем, чтобы пока разобщить детей. Сокращение, да, есть планируемые мероприятия, которые планировались заранее, за несколько месяцев, которые отменить в принципе уже нельзя. Но вопрос в другом, что их можно либо сократить, либо сделать дополнительные какие-то перерывы, антракты с проветриванием, с какими-то, ну, дополнительными, если есть возможность, проведением какой-то обработки дополнительной. То есть мы не говорим о том, что надо обязательно все запретить. Нет, ну, ко всему нужно подходить разумно. Ну вот смотрите, а в районе зарегистрированы случаи смерти, 3 смерти, и... Это такая ожидаемая статистика ежегодная, или это какое-то явное отклонение от нормы? Ну, знаете, как на это реагировать? Знаете, любая смерть, она это трагедия, тем более смерть, к сожалению, молодых людей. Если говорить о статистике, да, это те цифры, которые из года в год у нас проходят смерти, ну, определенное количество, они не выбиваются, скажем так, из общего числа статистических. То есть вот на данный рост заболеваемости это количество смертей, оно укладывается, ну, в пределах статистики. Но беда в том, что вот этих смертей ведь можно же было избежать. Вы говорите о вакцинации. Да. Опять же возвращаюсь, все умершие были непривиты. Поэтому кто виноват, чья роль? Плюс позднее обращаемся. Но вот вы знаете, бытует мнение, что невозможно привиться от гриппа, который якобы грядет в этом сезоне. А разновидностей более 2000 гриппа, насколько мне известно, возможно, я ошибаюсь. И предлагают вакцину в сентябре, в конце лета, в начале осени, от каких-то разновидностей вируса. Можно ли просто прививкой обезопасить себя от заболевания? Ну, знаете, стопроцентную гарантию не дает никто. Угу. Единственное, что хочу сказать, что при изготовлении вакцины учитывается максимальное количество наиболее часто встречающихся штаммов гриппа. В том числе в этом году как никогда угадали с вирусом, ну, так называемого свиного гриппа H1N1, который у нас был в 2009 году. То есть целые институты, разрабатывая вакцины, беда вакцина от гриппа, или, может быть, даже, или наоборот, счастье этой вакцины в том, что она краткосрочная, в том, что вирус гриппа, он постоянно мутирует. Поэтому то, что было сегодня эффективно, завтра оно может быть неэффективно. Но вероятность снижения, давайте так скажем, вот на этом тяжелом случае, да, из 3 больных, которые умерли, из 3 умерших, они были не привиты. Сколько людей у нас заболело гриппом, привитых, в том числе и привитых, и не умерли. Вот давайте выбирать между привился, заболел и выздоровел, или не привился, заболел и
Ну и давайте смотреть правде в лицо. Сегодня не хотят прививать, в том числе от гриппа. Родители не спешат. За родителей и с маленькими детьми, и с детьми постарше сами себе не делают прививки. Очень много мифов. Вот вы сами делаете прививку от гриппа? Да, обязательно. Обязательно. Члены вашей семьи? Обязательно. Ваши коллеги, кстати, ну, сейчас принято, как это называется, на камеру прививаться. Вот несколько лет подряд мы прививались на камеру своим примером. Ну, в этом году на камеру. Ну, развейте мифы об опасности прививки от гриппа. Значит, какие существуют мифы? Первый миф – это наиболее распространенный удар по иммунитету. Любая, я согласен, есть удар по иммунитету. Но давайте выбирать между ударом от ослабленной или там, от частицы вирусной клетки, которая вводится в организм, и удар от того массива вирусов агрессивных, которые, ну, будем говорить так по-русски, голодные, которые готовы вас съесть, и вот они проникли в ваш организм. Где удар больше? Из чего выбирать? Второй миф при вакцинации – это использование при изготовлении вакцин химических препаратов, обладающих токсическим, канцерогенным действием. Да, никто этого не скрывает, да, они применяются, но вопрос-то не в том, что применяется, а в каких количествах. Понимаете, любое... То есть, если вы сделали прививку от гриппа, это не спровоцирует раковых заболеваний в вашем организме? Ну, я могу так сказать? Так вот, да, конечно. Я думаю, что да. Понимаете, вот вещества, которые есть, профессиональные заболевания у трубочистов, связанное с онкологическое заболевание, связанное с постоянным контактом с сажей. Что такое сажа? Да, это сажа, эти компоненты, они есть в любых копченых продуктах. Они есть в коньяке, который выдерживается в обожженных дубовых бочках. Это есть просто в нашей жизни, да. От этого никуда не деться. Но мы же не перестаем, да, весной мы выходим на пикник, жареный шашлык, коньячок. И почему-то мы не думаем о том количестве канцерогенов, которые мы получаем. Вот есть по прививкам у меня вопросы. Когда лучше всего делать прививку против гриппа? Я слышала, что прививка защищает от гриппа только в течение ограниченного времени. Так ли это? Да, ну вот я уже говорил, что период действия, он где-то в течение года, эффективность. Эффект от после вакцинации начинается на второй-третьей неделе. Угу. И достигает максимального эффекта где-то через 2-3 месяца, 4. Потом начинает спадать. Почему мы и начинаем вакцинировать в сентябре, в октябре? И где-то, ну, предполагаю, что в ноябре, в декабре у нас начинается сезон, когда люди начинают болеть, то есть нужно предвосхитить заранее, за 2 месяца, чтобы мы были во всеоружии. Еще хотелось бы сказать, что чем больше привитых людей вокруг нас, тем меньше вероятность распространения эпидемии. Вакцина бесплатная? Да. Вакцина бесплатная. С какого возраста можно делать детям? С 6 месяцев. Еще скажите, пожалуйста, существует такое желание у некоторых не пользоваться бесплатными вакцинами, а использовать какую-то импортную, может быть, более лучшую вакцину. Что вы на это скажете? Ну, знаете, я не вижу принципиальной разницы. Как правило, действующее начало одно и то же. Это касается и в том числе и лекарственных препаратов аналогичных. Вот есть понятие международно непатентованное наименование. То, что касается вакцин, то можно, наверное, да, покупать, можно идти прививаться. Но вопрос, знаете, положа руку на сердце, а мы уверены в том, что нам продали? Мы настолько уверены в этой аптеке? Аптека уверена в том поставщике, который им привез товар? А поликлиника, которая предлагает, она уверена в поставщике? Да, это государственные, 100%. Это государственные закупки, естественно. Мы не покупаем, в начале эпидемии главный врач не бежит в аптеку или куда-то на склад и говорит, дайте мне там столько-то, такое-то количество вакцины. Это осуществляется централизованным Министерством здравоохранения, государственные закупки. В первую очередь закупаются вакцины для детей, потому что наиболее болеющая, скажем так, категория, тяжелее болеющая. Следующим этапом идет вакцина для взрослых. Мы ее получаем сначала для детей, потом для взрослых и несколькими партиями. То есть это государственные закупки. Ну, знаете, если уже нас будут обманывать на государственном уровне, ну,
Я вас поняла. Вот сейчас, когда уже гриппом заболели многие, сейчас делать прививку поздно или еще можно? Поздно. А до эпидемии, за сколько нужно сделать до начала заболевания? Ну, я говорил, что... Ну, сентябрь, как это самое оптимальное? Лучше, самое оптимальное – это 2 месяца. Если прививка не сделана, и это участь многих, как себя вести во время, когда все болеют? Помимо того, что не ходить на массовые мероприятия, как это и рекомендовано всеми врачами, что-нибудь еще может предостеречь там, меня и мою семью от заболевания? Ну, в принципе, никто не отменял старых наших методов профилактики, которыми пользовались испокон века. Лук, чеснок, сейчас доступен имбирь, лимоны. То есть обильное питье, большое количество аскорбиновой кислоты, в тех же лимонах, цитрусовых. То есть кому что нравится, кто что любит. Угу. Вот. Тот же лук-чеснок, да, он не всегда его можно, иногда и с вечера съешь, и с утра еще запах остается, поэтому здесь уже нужно приноравливаться да, к ситуации. Да, вот у меня есть информация, что в этом году общественники обратились к ритейлерам с просьбой сделать скидки на такие антивирусные продукты. Ну, это было бы хорошо, но опять же, это вот... Понимаете, вот, они помогают, эти продукты? Да, они помогают. Но, к сожалению, не знаю, насколько пойдут навстречу. К сожалению, бизнес есть бизнес. Да? И та же маска, которая стоила 50 копеек в августе, сейчас она, дай бог, если она не стоит 5 рублей. Сегодня в аптеках, поликлиники их вовсе не было. Ну, да, врачи выдавали прямо вот на глазах. Следующим этапом одежда по сезону. В первую очередь. Обращаюсь в первую очередь к молодежи. Мода есть мода, но извините меня, когда я вижу в 20-градусный мороз с голыми ногами, в летних кроссовках, в коротенькой курточке молодого человека или девушку, ну, знаете, мне... А говорят же, нельзя заболеть гриппом, если ты просто переохладился. Это нужно обязательно от кого-то заразиться. Да, да, но переохлаждение – это один из факторов, который способствует. Понимаете, одно дело, когда... Так же, как говорят, занятия спортом. А посмотрите, спортсмен, он если заболел, какую дозу он должен получить? Ведь они же закаленные люди, они очень тяжело лечатся, потому что они получают такую массивную дозу вируса, с которым справиться очень сложно, в отличие от нас, скажем так, людей незакаленных, пренебрегающих какими-то там... Закаливаться стоит, да? Обязательно. Угу. А скажите, пожалуйста, еще вот в этом году какие последствия, какие осложнения у гриппа, чем характерен, на что нужно обращать внимание, если вот вроде бы заболел, и чего ждать, каких осложнений, когда нужно паниковать, в какой момент? Ну, вы знаете, грипп, как и любое вирусное респираторное заболевание, у них самое главное осложнение – это пневмония, или воспаление легких, будем говорить так, доступным языком. Симптомы каковы? Значит, в чем опасность вот нынешнего гриппа? Если в классической картине осложнения наступают на 5-й день, там, на 4-й, 5-й день, то здесь мы боимся осложнений уже начиная со 2-го, 3-го дня. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие кашля. То есть одним из первых признаков это появление сухого кашля. Вот в первый же день одышка, температуры... Появился кашель. Ну, в любом случае, я хочу сказать, не надо ждать, а вдруг пройдет. В любом случае, все те препараты, которые рекламируемы активно по телевизору, жаропонижающие, там, господи. Ну да, вот выпил и здоров. Выпил и здоров, да. Почему нет? Это очень заманчиво. Что есть замечательного в этих препаратах, это большое количество аскорбиновой кислоты. Да, они могут вылечить. Парацетамол, который снизит температуру. Ну, можно попробовать один раз. Но если опять поднимается температура, если кашель продолжается, ни в коем случае не надо ждать. Нужно обязательно обращаться к врачу. А вот здесь у меня как раз пришел вопрос. До 21 часа будут ли приниматься... работать в поликлинике, да, опыту Москвы. Ну, еще раз говорю, в Москве там наложены карантинные мероприятия, там особый режим. У нас пока поликлиники будут работать в обычном режиме. Единственное, что по указанию министерства в субботние дни поликлиники будут работать до 16 часов. То есть я вас поняла. Увеличен. А вот еще по поводу осложнений, Василий Владимирович. Смотрите, грипп, осложненный вторично бактериальной инфекцией. Что делать, Анна?
Значит, Аня, хочу сказать, нужно в первую очередь обратиться к врачу. Потому что если я сейчас скажу, что нужно принимать это, я не уверен, что Анна пойдет к врачу, она примет, прочитает во вредном интернете, чем нужно лечить, а потом, не дай бог, нам... Скоро заняла. Дай бог Анне здоровья. Я вот поняла. Понимаете, поэтому идите к врачу. Еще раз предлагаю все-таки обратиться к врачу. А вот еще говорят, что наиболее подвержены заболеванию это старики и дети. Это, ну, это так? Конечно. Только с чем это связано? Нет, только с ослабленным иммунитетом? Ну, это особенности иммунитета. У детей он формируется. Ну, представляете, стерильный ребенок родился, у которого нет ничего. А до скольки лет ему иммунитет формируется? Вот что? Ну, он только родился, понятно. Знаете, у врачей, у медиков есть такое понятие, что человеческий организм растет до 25 лет. Угу. Потом он начинает стареть. Поэтому нельзя сказать, до скольки лет он формируется. Его нужно постоянно поддерживать. Где-то закаливанием, вакцинацией, каким-то, ну, сейчас понятие здоровый образ жизни. То есть, чем дольше, чем активнее мы живем, тем иммунитет у нас сильнее. Поэтому точно так же и пожилые люди, понятия растяжимы. Один, извините меня, в 40 лет старик, а второй в 70 лет бегает на лыжах и, понять не имея, выходит на лыжню России и бежит марафон. Чувствую себя 25-летним, да. Вам приходят вопросы не только по гриппу, я думаю, что могу их задать, да. Татьяна нам пишет... Снежка. Есть указ президента о постановлении регионального правительства о бесплатном обеспечении детей до 3 лет лекарствами, выписанными врачом, но на местах они не выполняются. В конце прошлого года младенцу не удалось получить бесплатно даже банальных капель от насморка. Их просто не было. Пришлось мне, многодетной маме, потратить на лекарства около 1000 рублей. Вопрос. Кто и как закладывает деньги в бюджет на данные цели? Почему не закладывают средства в бюджет, опираясь на... данные прошлых лет с запасом, очень похожи на саботаж. Именно таким образом местная власть настраивает народ против власти. Согласны ли вы с этим? Я согласен и не согласен. Согласен в том плане, что да, вот эта категория, будем говорить, это льготная категория, дети до 3 лет. Тем более многодетная мама пишет. Многодетная, там, если сейчас буду точен, то она имеет право до 6 лет. Не буду утверждать, я детьми меньше занимаюсь, но то, что касается законодательной базы, да, это есть. Но, к сожалению, в эпоху приватизации, в эпоху, я не хочу никого обвинять ни в коем случае, тут вина, и вина, и беда наша всеобщая. Когда во время акционирования, у нас не осталось государственных аптек, будем говорить так. Да. Вот. И мы столкнулись с тем, что коммерсанты начинают диктовать нам свои условия. Государство не может. Он коммерческая структура. Сегодня он продает медикаменты, завтра он торгует водкой, послезавтра он продает велосипед. Как вы из этого выруливаете? Значит, когда эта проблема возникла, она возникла не, скажем так, не вчера, не сегодня и даже не вчера, на уровне области встал вопрос о том, что необходимо создавать свою аптечную сеть, государственную сеть. Это же касается других льготных категорий населения. И было создано государственное предприятие «Мособлмедсервис». Вот наши аптечные пункты во взрослой, в детской поликлинике, в ряде других учреждений в районе, они находятся в ведении «Мособлмедсервиса». На сегодняшний день решается вопрос о их коммерческой деятельности. То есть, кроме того, что они отпускают льготу бесплатно, они получают право еще и какую-то часть медикаментов реализовывать. Соответственно, у них появляется... Со своими интересами, в общем. Да, вот. У них появляется финансовый запас. А поскольку они... свои средства. А поскольку они являются государственным учреждением, то уже государство может их обеспечивать детей... этой категории, потому что очень сложно сформировать заявку, если по льготным категориям сахарный диабет, онкология, бронхиальный астма, мы знаем чуть ли не поименно всех пациентов. Предположить, сколько детей в декабре
2015 года, формируя заявку, закупки на 2016 год. И вы сейчас, да, мне все-таки говорите о какой-то перспективе. То есть, что да, сейчас формируется, значит, и в каком направлении вы работаете? Что я могу подсказать? Да, но вот сейчас уже ребенок болеет, он уже есть, мама да, есть, что я могу есть, в перспективе, да. Надеемся, что мы будем исполнять. А когда? Перспектива. Но, на какие ближайшие годы? Надеемся, что в 2016 году эта сеть получит право на коммерческую деятельность. И, соответственно, ну, будем надеяться, что в 2017 году мы можем как-то реализовывать уже эти мероприятия. То есть врач выписывает рецепты? Врач выписывает рецепты, родители приходят в аптеку, получают лекарства, аптека за эти лекарства компенсирует средства из областного бюджета. То есть должна быть статистика. Это будет должна в 2017 году. Ну, надеемся, что сегодня что год. Можно посоветовать? Значит, Татьяне? Что можно сегодня посоветовать? Есть постановление, районная программа помощи лицам, попавшим, ну, это сложное название, в трудную жизненную ситуацию. Одним из подразделов этой программы – это компенсация финансовых средств за лекарственные препараты. То есть, если препарат показан, родители приобретают лекарство, обращаются в социальный отдел администрации, ну, немножко, скажем так, бюрократической волокиты по оформлению документов, деньги. А затем деньги возвращаются, потрачены на лекарства. Ну, в общем, мы можем рекомендовать Татьяне. Да, то есть это не только относительно Татьяны, вот некоторые у нас в этом году онкологические больные, ну, были перебои, была необходимость, и мы приобретали, в смысле не приобретали, компенсировалось. Вот как раз пришел вопрос. Онкологические больные. Муж болен онкологическим заболеванием, прикреплены к Расторгуевской поликлинике с апреля. Нет лекарств, выделяющимися государством для данной категории граждан. Что делать? Антонина Васильевна Бабикова. Значит, я бы прежде всего предложил бы обратиться в районную больницу, во взрослую поликлинику к заведующему лекарственным отделом Лутонина Любовь Анатольевне, потому что сейчас на слух я не могу сказать, что, где, как, это нужно конкретизировать. Это более конкретный вопрос. Я думаю, что мы потом вопросы сформируем, посмотрим, мы ответим. Хорошо бы, если была бы обратная связь, координаты, куда ответить. Да. Антонина Васильевна, пожалуйста, может быть, телефон, да, ставьте свой. Телефон, лучше телефон, чтобы можно было связаться, можно было посмотреть. И сами обратитесь тоже в поликлинику. По базе, ну, если будут координаты, то тогда можно не обращаться, можно мы посмотрим. Попроще. Да, мы я посмотрим, координаты и мы могу ответим. Вам передать. Да, конечно. Превосходно. Да. Еще по гриппу вопрос, как можно лечиться от гриппа при беременности Елены? О, сложный вопрос. Вопрос сложный в том плане, что здесь нужно думать о будущем ребенка. Я опять же, вот понимаете. Это стопроцентная госпитализация? Нет, совсем не обязательно. Нет? Все зависит от, ну, от тяжести от течения, от сложности, от условий, в которых живет будущая мама. Понимаете, это лучше со своим врачом-акушером, который ведет ее как беременную, потому что вот я опять же говорю, я не могу. Но вот смотрите, она заболела, она же не может акушера на дом вызвать, вот врача, который ее ведет. Значит, она вызывает участкового врача, участковый говорит, врач точно так же, он скоординирует действия. У нас подготовленная, ну, по крайней мере, мы стараемся готовить врачей всех специальностей по ситуации. Обратился человек к хирургу, да, плюс у него какое-то заболевание хирургическое, заболел гриппом. То есть все врачи-специалисты, понимаете, я не могу назвать какой-то конкретный препарат, я не могу что-то посоветовать, потому что я не знаю человека, я не знаю индивидуальную переносимость. Больного вы не видите. Не вижу, то есть лечиться заочно, извините. Елена, со своим вопросом тоже идите. Только в рекламе. В первую очередь, еще раз говорю, есть вопросы, все вопросы своему врачу. Но во время гриппа беременных тоже как-то лечат. Да, конечно. От этого заболевания есть, просто врач-специалист, понимаете, ну, я будем говорить так, чиновник. Да, я знаю перечень препаратов, но я не знаю досконально противопоказания того или иного препарата. Я могу назвать там несколько наименований, которые рекомендуются, в том числе и для профилактики гриппа, но я не помню, я не знаю нюансов. Та же Анна, которая спрашивала по поводу пневмонии, а вдруг она тоже беременна? Да. Вдруг она тоже беременна? Да. Вдруг у нее есть какие-то сопутствующие заболевания, а я назову препарат, она начнет принимать.
Я общалась с человеком, который на следующий день заболел. Могу ли я от него заболеть? Могу ли я заразиться? Может. Как говорят, 50 на 50, либо да, либо нет. Ну, знаете, общаться с человеком... Мы едем в автобусе, мы едем в троллейбусе, мы едем в электричке, мы едем в метро. Но наверняка мы сталкиваемся с людьми, которые завтра заболеют, через час заболеют. Но давайте еще раз призываю, давайте мы не будем паниковать. Есть какая-то боязнь? Есть, пожалуйста. Вот она, есть масочка, одели. И где-то, единственное, что хочу предупредить, одев утром маску, не стоит ее носить до вечера. Их надо менять периодически. Раз в два часа. Ну, каждые два часа, в смысле, нужно менять. Да. А вообще маска спасает? Да. Она защищает. Защищает? А на улице нужно ходить в маске? Ну, желательно. Но опять же, где на улице? Если мы идем вот сейчас ночью, когда встречаем там одного-двух прохожих, ну, наверное, можно без маски. Не нужно всех распугивать своей маской, да. Но если мы идем... Но если в автобусе вы едете, можно... Но если мы зашли в автобус, ну, лучше одеть. Угу. Хуже не будет. Что еще? Как еще? Что, руки мыть все время? Чаще мыть руки. Знаете, вот интересный факт, вот всегда говорят, что грипп – это респираторное заболевание. Острые вирусные заболевания. Но наша привычка, мы научились при кашле-чихане закрывать рот рукой. Мы не успеваем взять платок, мы просто прикрываем рукой. Но потом этой же рукой вот так, да? Мы беремся за ручку. За ручку, и за сумку, за деньги. Ну, хорошо. Здороваюсь я с вами, значит, так принято. Знаете, в ряде учреждений, вот, например, сегодня буквально в новостях смотрел, по-моему, у Владимира Вольфовича Жириновского висит объявление, рукопожатие отменяется. То есть те же деньги, да, то есть чаще нужно мыть руки, реже их тянуть в рот, какие-то предметы, да, мы любим сидеть вот с ручкой в руках, задумались, взяли ее, погрызли. Ну вот давайте мы от этих детских болезней пока отойдем. Еще раз говорю, не нужно паниковать, не нужно прятаться в бункер, не нужно, не знаю, там одевать на себя 100 масок, обливаться спиртом, уксусом, чем-то еще. Нужно вести нормальный образ жизни, нужно просто помнить о том, что мы находимся под угрозой заражения. А вот еще говорят, что нужно научиться кашлять и чихать не в ладонь, а в... Да, но это к вопросу о том, это уже вопрос своей культуры, когда мы научились закрывать рот рукой при кашле-чихании. Сейчас, вот особенно в скандинавских странах, начинают обучать детей кашлять-чихать в локтевой изгиб, тем самым освобождая руки остаются чистыми, уже, ну, скажем так, несколько... замедляется процесс передачи вируса. Но воздушно-капельный путь никто не отменял. Поэтому проветривание помещений, сокращение, если невозможно, где-то есть возможность какие-то мероприятия, но разделить их на две части, да, проветрить. Да, мы об этом уже разговаривали. Вот вопрос от Светланы. Я кормлю грудью. Можно ли мне делать прививку против гриппа? Не знаю, будет ли Светлана в следующем году в сентябре кормить грудью, но что мы можем делать? Ну, насколько я помню, есть противопоказания при грудном вскармливании. Да, я точно не могу сказать. Судя по тому, что вакцинация начинается, детей мы начинаем вакцинировать с 6 месяцев, значит, ну, а поскольку с молоком матери передается... То... Но если вот ребенку уже 6, например, месяцев... То мы прививаем ребенка. Да, и маму, уже даже ребенка. Тут вопросов никаких. Да. А нет, здесь... Да. А сколько времени действует прививка от гриппа? Ну, я уже говорил, что максимум это на 3-4 месяц после проведения вакцинации, потом начинается снижение, ну и где-то до года. Угу. А еще об льготных лекарствах. Вот есть вопрос в свете роста курса валют. А будут ли отменены льготные лекарства, исчезнут ли они? Значит, отмены не будет. Я думаю, что многие слышали заседание Госсовета, вы слышали вопрос президента, федеральному министру Веронике Скворцовой. Вот эта фраза «импортзамещение» во всех отраслях, оно коснулось в том числе и лекарственного обеспечения. То есть максимум на сегодняшний день по федеральным закупкам, ну и по региональным тоже, где-то порядка 60% это отечественный препарат. Но сами понимаете, за счет изменения курса валют лекарства импортные подорожали значительно.
плюс вот эти так называемые санкции. Но есть какие-то ограничения, они не явные, но они есть. И на лекарства в том числе? В поставках лекарственных препаратов. Коммерция, коммерция, но это есть. Единственное, хочу сказать, что не надо как-то вот бояться этого. Все ли лекарства можно заместить вот отечественными? Вот я и хочу сказать, что, опять же, вот если внимательно слышали, то речь идет о том, что можно, то, что можно поменять. Как стоит вопрос законодательно? Если есть три, не менее трех отечественных наименований, то предпочтение отдается отечественным препаратам. То есть на один импортный препарат мы имеем три отечественных, значит, ну, соответственно, есть еще выбирать. Если же это какой-то эксклюзивный препарат, если он показан, это было и раньше. Это было и раньше, когда индивидуальный подбор препарата, когда ну, нельзя ничем его заменить. Тогда проводятся индивидуальные закупки, схема она отработана уже, к сожалению, годами. Вот. То есть бояться... Льготные импортные лекарства не исчезнут? Они не исчезнут, они будут ограничены. То есть там, где мы можем заменить импортные препараты отечественными, ну давайте посчитаем, вот даже так, препарат, который стоил, а по онкологическим препаратам у нас ряд лекарств стоил порядка 70 тысяч рублей. Ну представьте, сейчас в три раза больше он стал стоить, 200 тысяч. А наш отечественный стоит 50. Ну что лучше, обеспечить одного больного на 200 тысяч или четверых препаратом по 50? Ну, наверное, все-таки нужно четверых. Не будет хуже больному, если ему поменяли лекарства. Не хуже аналоги? Вы понимаете, есть понятие, как-то о нем меньше говорят, мы больше зацикливаемся, если можно так сказать, на каких-то торговых наименованиях. Вот это вот наименование и все, и не более того. Основа международное непатентованное наименование, оно подразумевает, что в составе есть одно действующее вещество. Все остальное – это уже степень очистки, степень добавок. Например, вспомогательные какие-то вещества. Например, некоторые таблетированные препараты. Ну, основа таблетки, таблеточка довольно-таки большая, а препарата там счет идет на миллиграммы. Как можно сделать таблетку? Значит, берется крахмал картофельный, и туда помещается вот это действующее начало. Немцы, допустим, вместо картофельного крахмала берут кукурузный крахмал. Кто-то там решил, что ничего страшного не будет, если вместо крахмала мы еще что-то добавим. То есть ничего страшного, да? То есть, в принципе, основа действующего начала, оно одно и то же. Я могу сказать, вот препарат ацетилсалициловая кислота, препараты аспирина. Даже мы, зайдя в аптеку, мы увидим их там порядка... Минимум 5-7 наименований. А основа одна и та же. Ацетилсалициловая кислота. Другое дело, что действие, уже там есть какие-то компоненты, они немножко отличаются. А так это одно и то же. Есть вопросы от новоселов. У нас очень много в районе новостроек, и люди приезжают сюда, не всегда знают, как себя вести, может быть, и спрашивают просто, как вызвать скорую. Как вызвать скорую, чтобы вызов пошел не в Москву, а вот, например, да, Бутово парк, в наш район Ленинский. Видимо, есть такие проблемы. Да, эта проблема существует, мы с ней столкнулись, поскольку сейчас отсутствует проводная связь, локальная связь, скажем так, районная. В основном пользуются мобильной связью. К сожалению, сеть развита настолько, что сигнал поступает на ближайшие станции скорой помощи, на ближайшие пункты службы спасения 112. Поэтому вот мы столкнулись с Бутово парком, когда люди, набирая 103 с мобильного телефона, 112, они попадают в Москву. Их там переадресуют? Вот. Вообще, если они туда попали? В принципе, их переадресуют. Но в пиковые нагрузки иногда операторы просто дают телефоны нашей станции скорой помощи. Я прошу всех жителей запомнить, что в пиковых нагрузках иногда и в городе по 03 сложно дозвониться. Вот сейчас, когда масса вызовов, когда диспетчера только успевают снимать, есть еще один телефон 541-38-22. Это телефон диспетчерской службы.
Вот, давайте мы еще раз которому... повторим, чтобы успели записать. Да, 541-3822. 22. По нему можно вызвать скорую помощь. И вот нашего Ленинского района. Да, это телефон диспетчерской службы нашего Ленинского района. Где это может быть? Вы в интернете можно найти? Как просто скорая помощь? Я думаю, что на сайте станции скорой помощи он есть. Но вот телефон. Тут же такая же проблема с прикреплением к поликлиникам. Все люди, которые приехали сюда, они же где-то в другом месте лечились совсем недавно. Что, как им себя вести, к каким поликлиникам им прикрепляться, значит, как правильно это сделать? Значит, что касается прикрепления. Да, 323 федеральный закон и 326 федеральный закон, это закон об основах охраны здоровья и об обязательном медицинском страховании. Они дают это понятие прикрепления, выбор лечебного учреждения, выбор врача, выбор страховой компании. То есть, прибыв куда-то в новое место, можно прикрепиться в ближайшее лечебное учреждение. О чем нужно помнить здесь? В принципе, процесс несложный. Гражданин России, имеющий страховой полис, он имеет право прикрепиться. Прийти просто в ближайшую поликлинику, да, и обратиться за помощью. Написать заявление в течение 3 дней, это уже, как говорится, наша кухня бюрократическая, по прохождению документа он будет прикреплен. Что нужно помнить здесь, в данном случае? Что возможности поликлиники, возможности врача, они не безграничны. То есть, если положено участковому врачу, есть норматив 1700 человек, у него должно быть на участке. Да. То 10 тысяч он не сможет вести. Поэтому есть ограничения. Прикрепление не может превышать 15% норматива. А что же делать, Василовна? Их же много, они же тоже гриппом болеют. Значит, никто не отказывает в неотложной помощи. Вопрос в другом, что как лечиться дальше. К сожалению, у нас жилье строится быстрее, чем наши социальные объекты. Ну, вот если нас услышат жители Бутова парка, я хочу сказать, что вот наконец-то в декабре была принята в эксплуатацию поликлиника, которая у них есть. Сейчас идут процессы передачи от застройщика району, потом район будет передавать в область, процесс лицензирования. Сейчас мы начинаем, ну не мы, районная больница, в чьей функции она будет, начинается набор сотрудников, и мы рассчитываем, что где-то в июне месяце она начнет функционировать полным ходом. Плюс мы планируем там отделение неотложной помощи, то есть уже меньше будем зависеть от скорой помощи. И если все у нас получится, потому что есть некоторые проблемы, если все у нас получится, мы в районе Дрожжино развернем еще пост скорой помощи. Чтобы сократить время доезда. Ну вот видите, вы сразу, когда случится... Да, оно очень интересно. Вот, давайте мы возьмем за ориентир июнь месяц. В этом году? Ну, естественно, в этом году. Вот возьмем за ориентир, потому что есть определенные трудности. Служба скорой помощи проходит реорганизацию в части укрупнения, потому что вот вопросы. Бутово, Москва, казалось бы, рядом через дорогу есть учреждение, есть... Но они же могут теоретически в Москву обращаться за помощью к врачу? Теоретически могут. Им же не откажут? Но практически откажут. Другой регион, понимаете? Другой регион. А почему я говорю, что прикрепление, да, могут отказать в прикреплении. Но нужно помнить, что просто отказать, сказать, что мы тебе не прикрепим, у нас много народу. У них нет основания. Они должны дать мотивированный письменный отказ. Угу. Если они пишут, что мы отказываем в прикреплении в связи с тем, что там объем превышает 15%, да, все. Если же не дается, вы можете обращаться в суд, вы можете требовать. Я вас поняла. Вот Валерий у нас пишет, когда закончится эпидемия гриппа 2016? Чем лечить свиной грипп и симптомы человека? О симптомах мы разговаривали. Чем лечить? Вы тоже сказали, что нужно обращаться, в общем-то, к врачу. Когда закончится эпидемия? Да. Значит, сначала немножко добавлю. То есть памяточки, пожалуйста, зайдите на сайт администрации района. Там есть памяточки о гриппе, которые можно почитать, можно обратить внимание какое-то особое. Да, там в том числе и симптоматика указывается. Ну, это, в общем, все то, о чем мы сегодня говорили. Да, естественно, естественно. Эпидемия закончится когда? 1 мая. 1 мая только? Нет, понимаете, сейчас идет рост заболеваемости. Как правило, это длится где-то 2-3 недели.
То есть потом начнется спад. Ну, будем рассчитывать, что... К весне все выйдут. К февралю месяца, к концу февраля хочу сказать одно. Что в момент спада заболеваемости вирус, он мутирует. И вот те закаленные, те, кто не заболел, понимаете, вот остаточный вирус, он наиболее агрессивен. Вот здесь нужно быть всегда... Берегите себя даже тогда, когда вы выздоравливаете. Да, да. Нет, ну, когда вы... Я не беру больных, я беру тех, кто не заболел. То есть не нужно расслабляться до конца вот этого сложного периода. Я думаю, что вот на этом и закончим. Не нужно расслабляться до весны, до 1 марта. Я напомню, в нашей студии сегодня заместитель заведующего отделом территориального управления номер 12 Министерства здравоохранения Московской области Василий Владимирович Улога. Мы говорили о здоровье, о профилактике гриппа и ОРВИ. Меня зовут Татьяна Кременецкая. Я прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Всем спасибо.